Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас рубрика «Ванна у Светланы» будет интересный уход. Итак, поехали. Но сначала мы, как всегда, снимаем макияж. Я буду делать это сейчас просто водой, потому что у меня на глазах тушь Фаберлик, которая снимается чулочком, а потом уже поэтапное очищение. Сняла макияж, что мы делаем с вами дальше? Дальше прошлась мицеллярной водичкой. После мицеллярной водички, конечно, мы ее тоже смываем. У меня вот такая интересная пенка есть от Клеона. Вот надо ее добить уже никак не могу. Вроде и неплохая. Брала на рандеву. Здесь белый рис, комфортное деликатное очищение, без запаха, она гипоаллергенная, с экстрактами лотоса, кувшинки. Я ее взяла вот чисто потому, что была бюджетная цена и была вот эта щеточка. Мне ее хотелось. Но потом я поняла, что вот в данный момент и в принципе для моей кожи вот это вот ни о чем. Но тем не менее, пенка действительно хорошая. У меня уже другого бренда, заедает уже, потому что стоит давно. У меня другого бренда тоже была такая пенка с щеточкой. Вот так вот, если в поездку куда, это удобно. То есть не брать с собой 150 видов продуктов для очищения, а взял, у тебя уже есть щетка и прошелся. Вот у кого кожа деликатная, тем, кто любит деликатный уход, тем понравится. Я люблю немножко более агрессивный уход, более... качественное очищение, поэтому мне вот этого возюканья, если честно, маловато. Усики оставим. А так неплохая. И потом в этот же флакон можно переливать любую другую пенку, любого другого производителя, которую вы любите, которая вам нравится. Поэтому вот флакончик очень удобный, особенно в поездке. Промыть его как следует и перелить. Красота. Ну и заодно массаж тоже легенький. Все-таки какой-никакой, а есть. Умываемся. Итак, как у нас с вами вечер, а вечером я люблю более тщательный уход, я беру еще вот такой вот скраб от Белиты с содой, совсем чуть тоже осталось, надо добить. Вообще продукт понравился. Вот продукт понравился на раз в недельку. На раз в недельку чаще не надо, это потому что действительно глубокое очищение кожи. Прямо вот глубокое-глубокое. Это закос и по цвету упаковки, и по действию под корейский знаменитый бренд, но гораздо более дешевый продукт я брала... То ли на Озон, то ли на Вайлдберрис. Не помню уже. Бюджетно. Дешево. Можно, конечно, уже, мне кажется, я рассказывала об этом, взять любой гель для умывания и добавить туда соду. Как бы будет тоже очень хороший эффект. Здесь очень много мелких частичек. У меня сейчас прям лицо покраснеет. Но зато вычищает. Вычищает на ура просто. Я чищу все. Обязательно вот эти места. Потому что у нас тут с возрастом темнеет. Темнеет почему? Потому что, во-первых, там сосуды близко расположены. А во-вторых, многие забывают во время ухода вот именно про вот эти места. А еще многие забывают вот про эту зону. Вот это вот. Не только носогубки вот эти вот. И вот эти обязательно надо проходиться. Вот тут прям надо хорошо массажировать. Потому что вроде умываешься, очищаешься, а вот эти вот мелкие детали, мелкие зоны забываешь. И там потом образуются морщинки все глубже и глубже. И кожа наша, лицо наше выглядит старее. Я прям круговыми движениями хорошо так массирую, очищаюсь везде. Особенно Т-зону прям. Обязательно. И там, где есть морщинки. У меня вот тут. Вот сейчас хорошо очищаюсь, ее не видно. Вот тут у меня морщинка такая достаточно глубокая. Я стараюсь ее прорабатывать именно во время вот такого очищения, и она становится менее заметной. Если есть мимический, тоже обязательно прорабатываем. Давно вам не рассказывала, да, морщинка – это залом кожи, плохо очищенный. Собрался эпителий, отмершие клетки. Мы плохо очищаем кожу. Но все делает, а там заламливается, заламливается, накапливается, накапливается. И получается вот такая вот песня. Умываемся. Ну вот теперь я вижу, что у меня кожа прям очищена до скрипа. Такая розовенькая, хорошенькая, все отлично. Дальше обязательно тонизирование у меня, тоник Риноваж, Фаберлик. Ох, как хорошо. И дальше у меня будет интересный продукт, который буду показывать вам впервые. Мои любимые Алекскин выпустили вот такую вот крутецкую сыворотку для лица и декольте. Я только как раз закончила пользоваться в пустые баночки и отправила их маской. Ну, то есть это ночная маска, несмываемая, грубо говоря, ночной крем. Да? И у меня полный восторг. Я заметила, как за эти
почти 2 месяца у меня преобразилась кожа. Восторг дичайший, мне безумно нравятся их патчи и вообще все маски. И вот теперь у них вот такая вот классная пептидная сыворотка. Вообще, кто не знает, Alex Skin – это косметический монобренд, который специализируется на уходе за лицом с 2018 года. У них многокомпонентные составы и делается упор на натуральность этих составов. Без всяких обманов, химических иллюзий, они уже взорвали маркетплейсы, являются бестселлерами и на Wildberries, и на Ozon. Вот теперь у них вышла вот такая крутая пептидная сыворотка. Это, кстати, стекло, здесь целых 30 мл, достаточно большой флакон, безумно удобная пипетка. Но я вам сейчас все в процессе покажу, расскажу про составы. Здесь 3 пептида с доказанной эффективностью: пальмитоил пентапептид 4, ацетил тетрапептид 5 и ацетил гексапептид 8. Это прям шикарнейший антивозрастной комплекс. И помимо всего прочего, здесь у нас с вами коллаген, ниацинамид, гиалуронка, пантенол, алантаин, бисабалол, витамин Е, масло авокадо, экстракт алоэ, зеленый чай, василек, лайм, ромашка, календула, шпинат, облепиха. И здесь очень богатый состав, и он прям бьет по 3 направлениям. Это морщины и птоз, отеки и сухость. Вот что зацепило конкретно меня, это отеки. То есть у меня они перестали появляться и по утрам, и, соответственно, их нет вечером. Я использую ее и утром, и вечером. Она прекрасно подходит на, как премакияж, то есть в этом плане все отлично. Так, давайте теперь наносить. После тоника у нас идет с вами сыворотка. Очень удобная пипеточка, она такая достаточно большая. Смотрите, сыворотка такая тягучая. Вот это видно, когда капелька капает. Она такая вот тягучая. Наносим. Идеально подходит и для лица, и для зоны декольте. Вот прям идеально. И распределяем. Маслянистость такая ощущается, ну, наверное, в первую минутку, может быть. Как-то вот быстро ее кожа съедает. Вот очень быстро, прям моментально. Прям вот чувствуется, что коже это надо. И мне постоянно хочется добавить еще. Вот хочется добавить еще. То есть она маслянистая, чувствуется, что она питательная. Но такое ощущение, что кожа изголодалась вот по этому шикарному, уникальному составу. И она просит еще и еще, напитайте меня еще. Смотрите, практически моментально, да? Кстати, производители рекомендуют, чтобы посмотреть на эффективность, самостоятельно нанести сыворотку сначала на одну половину лица, на вторую не наносить. И посмотреть. И просто посмотреть, понаблюдать за собой в зеркало. А эффект виден, и эффект, он очевиден, скажем так. Все, вот она впиталась. Никакой липкости уже даже нет, но чувствуется, что кожа вот просто в восторге. Вот мне бы больше дальше ничего не захотелось наносить. Вот все, вот моей коже хорошо. Вот это вот здоровое сияние изнутри. Подтянутый. Здесь, кстати, эффект не временный, он накопительный. Курс рекомендуется от 30 до 60 дней. То есть он реально накопительный. С каждым днем вы видите результат все больше и больше. Скулы становятся более выраженными. Кожа мега упругая. Вот это прям вот просто меня поразило. И поразило, еще я вам уже сказала, отсутствие отеков. Вот это вообще просто феноменально. Кожа более упругая, подтянутая. Овал более четкий. Огонь. Что еще хочу отметить, сыворотка абсолютно не забивает пор. То есть, сколько я ей уже пользуюсь, ни один подкожник, ни один прыщик у меня не вылез. Кожа абсолютно чистая и тон безумно ровный. Вот это вот я вообще всегда люблю, чтобы никаких там покраснений, ничего не было. Ровный тон каждый день, постоянно, без отеков. Это просто моя мечта. Ссылочки, конечно же, оставлю в описании. Я в очередной раз в шоке от нового продукта Alex Skin. Мне все, что я у них пробовала, нравится. Сыворотка вообще просто поразила. Так, ну а теперь мы с вами приступаем к нанесению крема. Крем у меня на данный момент Bio Royal Faberlic. Я никак его не добью. Вот осталось совсем чуть-чуть. Но на ночной уход и запечатать сыворотку он подходит прям вот шикарненько. И не жалея на декольте. Потому что в очереди стоит другая линейка. И хочется побыстрее пройти полный курс именно ее. Крем питательный, классный. Вот несмотря на то, что уже, ну нет, у нас еще, конечно, не теплое время года, не могу так сказать. Один день тепло, потом опять зима. Я так и не доубрала один комплект курток и теплых ботинок, потому что дубак, и ветер ледяной, вот эти ураганы все и так далее. Поэтому кожа еще требует, вот прям требует каких-то питательных продуктов. Очень требует.
В любом случае они нужны, даже жирной кожей, и даже в теплое время года они все равно нужны, чтобы оставаться молодой и красивой. Ну вот и все. Вот такой у нас вечерний уход. Маски я в основном делаю по утрам, вечером уже не хочется. Потрясающий эффект. Я знаю, что я с утра проснусь, у меня не будет отеков, все будет замечательно, несмотря на то, что я мало сплю. Вот в этом плане очень классный продукт, очень замечательная сыворотка. Ну и на этом все. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Все полезные ссылочки, как всегда, в инфобоксе. Всех люблю, целую, всем пока-пока.